Вот как так? Всего одна ошибка, а математичка мне плохую оценку поставила. Да я давно говорю, она предвзято относится, потому что ты хамишь ей постоянно. Ой, Злат, ко мне? Она вообще никого не любит. Просто человек говно. Может и так. Я ее тоже недолюбливаю. В инсту? Ага. О, меня отметь. Угу. А как ты подписана, напомни? Златка пиратка. Так. Готова. Знакомая из моей школы в сторис выставила, что еще одна девочка пропала. В смысле еще одна? Ну да. Ты что, не слышала нового маньяка? Нет. Капец, уже месяц форсят по всем социальным сетям, что в городе появился новый маньяк. Нападает на женщин. Первый раз слышу. В новостях не говорили. Я кринжую с тебя. Ты как мой папа. В тех новостях никогда правду не говорят. А в инстаграме ж говорят. Конечно. Я проверенным блогерам доверяю. Вот вчера одна в прямом эфире рассказывала про тихого маньяка. А бывают громкие? Ха-ха-ха. Смейся, смейся. Но некоторых жертв нашли в собственной квартире. Хотя двери были заперты изнутри. Страшилки это все для детей. Мамин брат в полиции работает. Он бы нам уже рассказал, если бы в городе был маньяк. Ну, не хочешь, не верь. Ну не дуйся. Давай еще поругаемся из-за этой фигни. Да все, проехали. О, Антон уже огонек на сторис кинул. И лайк поставил. Значит, миссия выполнена. А вы, как насчет лайков? Готовы поставить? И напишите в комментариях, кому не лень. Как вам вообще такие жуткие истории, как это? Снимать продолжение. Лерка сегодня такую фигню рассказывала. Якобы у нас в городе завелся маньяк. Твоя Лерка, как всегда. Лишь бы языком молоть, что попало. Да-да. Но если серьезно, дядя Игорь ничего не рассказывал? Да нет, я как раз сегодня с ним разговаривала. На выходных заедет за нами. Поедем на дачу. О, класс. Шашлычки? 100%. Кстати, после ужина посуду моешь ты. Ладно. Что такое? Просто кошмар, мам. Все хорошо. Ох, понасматриваются ужастиков, потом орут по ночам. О, доброе утро. Доброе. Кофе будешь? Ага. Ну и тогда мне сделай.
шучу. Держи. Спасибо. Мама, подойди сюда. Что такое? Там стоит... Где? Стоял... Кто? Никто. Показалось. Не проснулась, что ли? Наверное. Ты чё, оглохла? Зову, блин, зову тебя. Да, блин, Лера, чё так пугаешь? Фух. Скажи, ты видишь того мужчину? Какого? Ну вот же. Там стоял. Ты бы сходила, зрение проверила? Ой, не смешно. Не хочешь в кино? Там, говорят, такая комедия прикольная вышла. Да, идем. Слышала уже новость? Математички машину поцарапали. Да ладно. Мам, можно с тобой поговорить? Да. Что случилось? Да я не знаю, как сказать даже. Мне кажется, за мной кто-то следит. Что значит кто-то следит? В школе? Или где? Да везде. Вчера и сегодня я видела на улице странного мужчину. Он шел за мной, а потом... В окно стоял, смотрел. Дочь, ты уверена? Может, просто показалось? Я сама не знаю. Может, и показалось. Я уверена. Ты себя просто накрутила. Наслушалась истории про маньяков. Вот и мерещится тебе всякое. Наверное. Мам, смотри, он мне пишет. Кто он? Маньяк. Вот, на, посмотри. Златуль, ты чего? Тут твои переписки с подругами. Да как? Вот, смотри. Он удалил чат, наверное. Да честно,
Он писал мне. До встречи. И имя мое знает. Мам, я тебе клянусь. Злата, хватит. Но мы уже это обсуждали. Никто тебя не преследует. Это просто плод твоего воображения. Сейчас котлеты сгорят. Что со мной такое? Короче, я уже сама не пойму. То ли мне кажется, то ли меня преследует кто-то. Но сообщения точно были. Жесть. Может, это тот тихий маньяк? Злат! Да нет никакого тихого маньяка. Я просто угорала над тобой тогда. Ты же говорила, про него писали. Да там каждый день пишут то про маньяков, то про ведьм, то про инопланетян. Камон. Я уверена, меня преследуют. Злат, ну не гони. Я не гоню. Я его видела. Ну, увидишь еще раз с фоткой хотя бы. Не веришь? Без обид. Не очень. Просто накрутила себя. Кстати, видела новую Аву Кострякова из 10 А. Трэш, да? Мам, ты дома? Мам, я клянусь, он там стоял. Он все время следит за мной. Доченька, успокойся. Ты дома, я с тобой. Тебя никто не тронет. Ты мне веришь? Понимаешь, у тебя сейчас много разных впечатлений. И, возможно, ты просто перенервничала. Или переутомилась на учебе. Ясно, никто мне не верит. За мной маньяк ходит, а вам всем все равно. На маму не надо кричать. О, к психологу ее отвезти, что ли? Златуль, я поехала. Куда? К тете Ларисе в гости. Я же тебе утром писала. А, точно. Забыла. Я недолго. Не скучай. Хорошо. Закроешь за мной? Да, конечно. Всегда что-то забыла.
Представляешь, я, как всегда, телефон забыла. Злат, ты чего? Успокоилась немного? Да. Поспи. Ничего не бойся, я рядом. Я тут посижу, пока ты не уснешь. Угу. Злат, спишь? Спи. Люстра, что ли, сломалась? Тихий маньяк убил две свои последние жертвы, Ирину и Злату Колесник. Полиции так и не удалось найти преступника. Расследование зашло в тупик. К другим новостям. В зоопарке родился детеныш. Thank you.